Так, я должен сосредоточиться и что-то сказать. Приветствую всех. Ну вот этот смех будет в кадре. Я всех приветствую. Я, честно, не знаю, что сказать еще. Ну, подумайте, это самое важное. Задним числом. Вот чем, а не лицом. Понятно. Наконец. Ну, лицо есть. Это интересно. Я так выразился. Посмотреть бы. Я так выразился. Я понимаю. Вот. Ну, как вы знаете, иногда картины, которые мы... То есть, которые я пишу картины. Мы разыгрываем такую маленькую свою своеобразную лотерею. Друзья наши, да. Мы предоставляем
предоставляем такую возможность как можно больше поставить сердечек людям, которым понравится эта работа, мы преподаем. Так что, пожалуйста, вступайте. Идея в том, что чтобы разыграть эту работу среди всех желающих, такая бесплатная лотерея. О, так пишем, говорит. Вот, то достаточно поставить сердечко под картиной. И среди вот этих сердечек мы и разыграем, кто победитель. Так победитель тот, кто больше сердечек. Нет, не больше, а как больше? Ага. Там только одно сердечко. Мы разыграем потом. Мы выберем из этих людей. Да, из этих людей случайно выберем. Как-нибудь. Да, и подарок. А это другой вопрос.